всегда молодые ребята, которые доезжают, всегда играют здорово, но все-таки тяжеловато им в лав-дивизионе против с дебютом. Серегу мы, конечно, поздравляем. Как говорится, успехов на этой стезе. Рыков, 3 очка. Что ж, 2 дальними. Что же касается Юты, я вот не наблюдал несколько туров подряд команду. Давайте, проходя в общую статистику, сейчас прочитаем. В Восточной конференции и Юта чуть-чуть повыше. 25 матчей, 5 побед, 20 поражений. У Харпа 26 матчей, 4 победы. Кова под 44-м сейчас персонально ему выписывает. Роман Прыгунков под 10-м. И под номером 33-м Евгений Еспов, который 25-м номером. Панин под нулевым, кстати говоря, не представил, да, на ротацию. Поэтому сейчас ее назову. Рыков 23-й. И удивляет, в общем, временами. Панин. Да, еще одна треха. Так, ну, это все. Зачем это делать? Наверх. Чернявский. Хорошее ускорение. Ну, первый шаг. А по страховке нет. Да, Влад разводит руками. Как раз таки на это намекает. В своем. Бросает трешки. Но имеет в арсенале этот бросок. Волнин, 3 очка, 18 номер оформляет. И, пожалуйста, на передачу Васильеву на уровень штрафа. Обратно Панину. Через центр Никита против Лицко. Аккуратный разворотик. Аккуратный. Энергозатратными выглядят вот эти атаки. Хотя они дают Юте, конечно, шансы хорошие побороться. Но в целом приходится там цепляться, начинать. Еще раз цепляться. Джан-Луиджи, я читаю на спине, и хочется это сразу озвучить, но Денис Стась у нас с такой надписью. Также, получается, выходит у нас Артем Банаев, и готовится Крохин к появлению. Васильева он будет менять. Аюта пытается играть в очень быструю передачу, очень быстрый переход. Чернявский не успевает, вот вам пара. Не поспоришь. Горшков в угол. Крохин там совсем один. Но нет. Решение дальней атаки на себя не взял. Зато с прохода. Хорошо. Сейчас на дриблинге развернулся Прыгунков. Но вот как раз, конечно, давить там тяжело. Лицко 3-очковое попадание. В общем. Клеится. Крохин отработал. Этот быстрый отрыв закрывает. Не дает Юте ее оформить. Панин. Какую передачу на Стасе. Просто конфетку. Такая немножко энерго, как раз таки, сберегающая была атака. А вот и Горшков пробует первую треху в этом. Огромное спасибо за поддержку. Я просто только сейчас увидел, что пришла в виде донатика сумма. Поэтому, ну не знаю, посмотрит он или не посмотрит. Просто девяточка и единичка. Девяточка и единичка. Все нормально. Но это, ну, там просто в пальцах начинаешь путаться. Там даже не... Не в цифрах, а так с пальцев надо убрать, чтобы показать 9. А если с ногами? Овсянников выдают Горшкову сейчас скидку на периметр. Влад решил как разворачиваться на спинмуве, широко ноги расставив. Аюта, ну большие молодцы. Прям действительно приятно посмотреть, когда команда в пятером бьется, это всегда круто. Чернявский Горшкова поднял, а Стась уже не... На грань. 24-23. У нас Горшков хороший обыгрыш на периметре. Чернявского обошел. И вот тут вот этот мяч из рук Овсянников просто в формате тарана несется. Ну и свистка там пока нет. Овсянников 3 очка. Прыгун свистка. По крайней мере, именно в такой трактовке. Банаев под кольцо. Ну, решил Банаев отступать в этом эпизоде. Замена. Андрей Коренев у нас вышел. Коренев. Да, я вот Андрюха говорил, мне про... Есть в нашем словаре. Так, Антон Морозов. Ля, куда не зайду, там Космынин. Макс, привет. Ты сегодня тоже весь день? Не-не-не. Классик вопросом. Судьи все те же люди, но просто... Есть новобранц. Лицко тем временем отправляет 3-очковый поп. Ли было мало, никто не ответил. Тут возникло мнение, что если вы после трехи
каким-то образом, вот современным жестом празднуете, там показывая, корм... останавливать. Сань, ты же сама знаешь. Судья, если не попра... Не... Судья должен... Горшков. Три. Не попадает. Владос. Сам бросил, сам зашел, сам забил. Ну, хорошо, значит, ты забиваешь. Нет, празднуй, не празднуй. Не работай. Чернявский. Ух, как здорово. Ну, оснащен. Оснащен парень в проходах. Это останется для атаки Юты. Ну, понятно, что Владос торопиться не будет. Забивает второй. 14. Ну, вот чуть-чуть ошибся. Одолеет, не одолеет. Прыгунков мяч подбирает. Атака Вещестер, конечно же, Харфорда заканчивается без попадания. Чернявский продолжает своим прогресс. Мяч и Горшков. И опять его вдвоем начинают тут гонять. Стась, очень неприятный, похоже, что контакт случился. Если ты еще успевает подбить, Роман, это на дриблинге, на владение. Горшков выбирает свою удобную позицию. Трешка от Влада. Ногой. И владение будет у Юты. Лицко хорошо открывается. Есипов прям мгновенно его увидел. А вот... Горшков забивает первый. Первый. Ну, вообще хорошая для судей практика говорить. Как бы не только показывать, но и говорить. Это помогает. Ну, Есипов. Хорошее движение. Волнин абсолютно один. Там Васильев, конечно, выбегал. Но хладнокровие не изменилось сейчас. Назвать. А вот Рыкову не дают, кстати, получить. Чернявский. Забрал, отобрал, забил. В общем, как титан все сделал. Набирать Колесников. Очень своеобразный бросок. Горшков на подборе. Горшков выкручивает этот третий. Там Есипов только 33. Ну, у них один 33 есть. Больше нет. Горшков опять точен. Три очка в одной атаке. Ну, вот сейчас, да, что все-таки усмотрели здесь судьи фолы. Выносил он как раз на стороне, где два защитника Харфорда находились. Но, как говорится, может идти открывать шампанское, хотя, может, ему еще нельзя по возрасту, да? Все-таки это такая история. Очень громко голосом управляет защитными построениями. Банаев зашел, скинул и нашел руки Панина там в скамейке. Сбивает сейчас. Хорошая диагональ. Чернявский опять разгоняется. Ну вот прям, воу, два с фолом. Два с фолом, а 24-го, ну вот знаете, прям этого не дало возможность Чернявского остановить. Так, ну, в чатик надо вернуться, да, у нас там зрителей 8 человек стало, но комментарий по кольцу прокатился, внутрь так и не попал. Панин, скидка на Горшкова, Влад снизу ляпом. Ну, Харфорд, И вот сейчас то, о чем я говорил, уже и Чернявский потяжелее. Есипов идет в обыгрыш и находит. Банаева обошел, Панин на подстраховку. Но дальше Лицко берет на себя с давлением через пост полукрюк. Два защита. Да, Панину выписывают персонаж. СВБ у нас играет следующим матчем, друзья, так что приходим, топим, болеем. Ну а пока Горшков в проходе. Может быть, у вас комментатор говорит, сила закончилась, у нас сила, все в порядке. И вот такой базер-битер. Конец четверти заканчивается полукрюком от Лицко. Ну, не то, что прям очень важно, ну просто досадно, да, на старте четвертый. Здесь бы забрать и еще поприблизиться, а вот он Коренев. Евгений, Воллер, стащите. Ну вот у нас болельщики присоединяются, предлагают. Горшков на линии забивает. Да, ну а здесь опять в обострении, опять в проходы. Ну вот явно у
Чернявский. Ну, это да, это было заметно, что в центр, в трехсекундную, по двух соперников, два с полами, Чернявский. А вот и первый дальний бросочек от Чернявского вообще не долетает, но есть здорово. Помаршков под колечко, выбросить ему не дали, поддавили совсем уж вниз. Прыгунков треха свободная, есть попадание от Романа, равный счет. И комментатора немножечко подержать, для этого внизу под описанием в трансляции есть, как говорится, ссылочки. Лицко забивает с линии рык. Не отвлекай ты его, пусть он это доработает. Горшков. Флоутер от щита. Ну, мы такое уже сегодня видели, как Есипов не забивает. Панин забирает этот мяч. Плюс одно очко для Харфорда. Горшков просто с перехода. Три. Как же мягко Влад бросает. Знаете, вот. И будет пробивать. Посмотрим, как у него с линии. Забивает. 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 Ну, хорош, хорош. Юта хороша. Мне прям очень нравится. Вообще, потенциал этой команды мы так и не увидели в этом сезоне, к большому сожалению. Четвертый фол для Юты. Это еще не пробивной. Крохин, Настася. Тот со средней два. Ну, сейчас просто Юта будет не успевать. Конечно, команда может зацепиться за эту игру. Оу! Взлет от Чернявского. Очередной проход. У этого парня силы не кончились, могли выйти вперед, а по итогу сейчас придется смотреть, во-первых, как пробьет Горшков, да, Влад, ну, мистер Чернявский не забивает, ну, а теперь это значит, что надо мазать и попытаться сыграть подбор. Нет, решили забить, тайм-аут берет, ну, а как? А дали передачу, Панин ударил, бросил, ну не знаю, может там побольше прошло, не знаю. Увидел, ну. Увидел, значит увидел. Чернявский, он в предыдущей попытке ни одного не забил. Сейчас забивает первый.